Так, понятно. Пока у Зульфии там проблемы с, наверное, микрофоном, чем-то таким звуком. Андрюха, ты здесь, ты слышишь меня? Ты можешь? Да, я тебя слышу. Привет. Привет, привет. Расскажи, ты как вот попал вообще, как тебе проекты, почему ты именно сосредоточился на данных проектах? Как у тебя вообще с этим пошло? У тебя очень интересная история. Я вообще начинал, я говорю, я сварщик обычный, на мосту работал, долго мотался по всяким проектам, у меня ничего не получалось, постоянно терял свои деньги, в одном проекте даже $400 потерял, LCL проект назывался, и вот как раз на проекте «Форсаж» я с нашей командой, открытым нашим клубом «Crypto Leaders Club» начал зарабатывать первые деньги, то есть прошел обучение и буквально там на третий, на четвертый день после прохождения обучения я пригласил своего первого партнера. То есть наше обучение, вот именно команда, мне очень понравилось, и оно позволяет именно за счет поддержки, за счет нашего именно духа командного, и наставник всегда поможет и доведет себя до результата. То есть он даже вот по шагам тебе расскажет, что нужно написать этому человеку, как ответить, даже если ты не знаешь, к примеру, ответить человеку, когда ты пишешь лично, приглашаешь человека, и у тебя вот, ну, так стал такой момент, что ты не знаешь, что ответит. Ну, да, не хватает, он тебе всегда подскажет. Что? Не хватает у тебя пока какого-то опыта, если тебе всегда помогут. Там, да, да, там, да. В чем сила команды? Да? Ну и в целом здесь вот нравится то, что смарт-контракт, то, что здесь нет никакого администратора, то есть всегда деньги идут от кошелька к кошельку, от партнера к партнеру. То есть даже когда ты создаешь, ну, заходишь в проект «Форсаж», ты создаешь свой личный, персональный криптовалютный кошелек. И с помощью как раз транзакции ты подтверждаешь свое участие в этом проекте. И все выплаты приходят сразу на твой криптовалютный кошелек. Ну и плюс маркетинг здесь довольно-таки интересный. С первой линии ты лично получаешь, а вот с X4 уже идут переливы и командная работа. Даже из глубины приходят выплаты. Ну, отлично. Андрюха, смотри. Так. Ну, классно. Вот смотри, а ты мог бы вот как-то в двух словах, вот про, ты всегда вот умел классно просто рассказывать, насколько я помню, у тебя классные истории всегда были. Но можешь вот тем людям, которые будут смотреть, вот новичкам, вот, ну, как бы... Большинство не понимает, что такое вообще смарт-контракт. Как им объяснить, как вот, простенько, можешь вот, как своему другу, например, вот, ты его встретил, как ты ему объяснишь, что такое смарт-контракт и почему вообще, вот, в чем его плюшки, там, фишки и все такое? Ну, если уже совсем что понятно, надо тогда углубляться уже в биткоин, объяснять, что такое первая криптовалюта, зачем она вообще появилась, для чего она нужна. Но если, ну, так просто упростить, то есть... Упрощенную версию. Что? Упрощенную версию, Орёв. Ну, если упрощенную версию, то есть алгоритм, который загружен на все эти сети Ethereum, и он выполняет функцию, как бы, распределения средств между партнерами. То есть все средства переходят от партнера к партнеру, от кошелька к кошельку. То есть вот так. Ну, отлично. То есть никаких админов, никакого человеческого фактора. Люди не теряют деньги из-за того, что админ решил, что ему нужны деньги, он забрал кассу и поехал куда-то в сказочное Бали, да, в путешествие, или на деревню в бабушке. Ну да, как бы более развернуто, надо еще про админ, конечно, говорить. Ну, развернуто, я думаю, мы в дальнейшем там сделаем отдельный какой-то выпуск. Сейчас просто как бы так коротко все рассказываем, это такое для новичков больше презентация, чтобы люди разобрались окончательно, потому что, ну, основной вопрос, люди просто не понимают, что, в чем фишка основная данного проекта, что нету админов, нету каких-то там пакет денег из-за того, что админы уехали куда-то. Андрей, ты еще хочешь чего-то сказать? А, ну, я вот как раз хочу добавить про то, что до того, как я попал в команду, у меня не было своего канала. То есть сейчас я веду свой канал, развиваю его, и я считаю, что я уже добился хороших результатов. Даже у меня там больше 100 подписчиков есть на канале. Ну да, тут ты красавчик, да. Вообще, в принципе, с нуля человек, как бы сварщик, который
как бы, да, пришел в интернет и вот дошел до такого уже. Первые результаты очень впечатляющие. И к тому же Андрюха один из первых наших выпускников, спикер, ютубер. Так. Андрей, тогда передаем слово. Кто у нас тут? Марина, ты здесь? Ты слышишь?